Смотрите, друзья, для вас сегодня подготовила такой вот интересный узор. Вяжется несложно и выглядит очень красиво. Это лицевая его сторона, а так он выглядит с изнаночной стороны. В рапорте узора всего 2 петли и 2 ряда вверх. И давайте приступим к вязанию. Кромочная петля снимается, а дальше все петли мы провязываем лицевой за заднюю стенку. В конце кромочная петля провязывается изнаночной. Теперь смотрите, как мы вяжем второй ряд. Кромочная снимается, 2 вместе лицевой провязываем за заднюю стенку. И смотрите, не полностью снимаем, оставляя одну петлю, и здесь провязываем лицевой. Это рапорт узора, дальше он повторяется. Смотрите, снова еще раз покажу. 2 вместе за заднюю стенку. Снимаем не полностью, одну петлю оставляем и провязываем ее лицевой. И так вяжем до конца ряда. 2 вместе лицевой за заднюю стенку, одну петлю оставляем и ее провязываем лицевой. В конце кромочная петля провязывается изнаночной. Вот и весь узор. Начиная с третьего ряда, узор повторяется с первого ряда. Можно применить его для любого вязания, как шарфы, снуды, также кардиганы можно вязать, пледы. Он хорошо держит форму, не косит, не растягивается. Очень хороший узор и выглядит очень интересно. Всем спасибо за внимание, смотрите видео и подписывайтесь на канал. Всем пока!